По-настоящему жарко в эти июльские дни на хлебной ниве идет уборка нового урожая. Благодаря слаженной и оперативной работе аграрии района в срок завершили малую жатву. Всего было обмолочено 1987 гектаров озимого ячменя при среднерайонной урожайности 56 центнеров с гектара. Валовый сбор составил 11 127 тонн. Сейчас на полях района полным ходом идет уборка главной сельскохозяйственной культуры. Всего фермерам предстоит убрать 14 641 гектаров озимой пшеницы. На 15 июля уже обмолочено 5 785 гектаров пашни. Валовый сбор составляет 31 239 тонн зерна. В этом году урожайность пшеницы немного выше прошлогоднего. Сейчас она составляет 54 центнеров с каждого круга. Судя по хорошему настроению и организованной работе жатву пшеницы, хозяйство района завершат за короткий срок и как минимум без потерь. Параллельно ведется и уборка рапса на зерно. В этом году он занимает 3685 гектаров площадей. На сегодня уже убрано 1608 гектаров. Урожайность составляет 25 центнеров.